Несмотря на обилие кнопок и окон, интерфейс редактора UNGine достаточно прост в изучении. Интерфейс имеет поддержку вкладок в окнах, поэтому несколько окон могут быть объединены в одно. По умолчанию редактор состоит из таких окон, как окно просмотра сцены, он же viewport, материалы, свойства, workmodus или же иерархия открытой сцены, параметры, настройки, asset browser, консоль, а также панель инструментов. В окне просмотра сцены вы можете манипулировать объектами и работать над построением сцены. В Asset Browser отображаются все файлы в папке проекта, которые вы можете перетаскивать в окно просмотра сцены, а также в Asset Browser можно создавать и импортировать объекты и организовывать файлы проекта. Консоль выполняет несколько функций, например, отображает лог происходящих действий в редакторе. Выбрав объект в окне просмотра сцены или в Asset Browser, в окне «Параметр» отобразятся параметры выбранных вами объектов. Кроме того, окно «Parameters» позволяет одновременно редактировать несколько объектов, похожих по типу, а также копировать и вставлять параметры. В окне «Settings» отображаются параметры редактора UNGine. В окне «WorldNodes» отображается иерархия и объекты открытой сцены. Окно Properties позволяет организовать и изменять свойства, отображаемые в окне Parameters. Панель инструментов состоит из панели позиционирования, включающей в себя выбор объектов, их перемещение, вращение и масштабирование, выбор расположения и координат манипулятора, оси координат, включение и выключение привязки к сетке, углу поворота, шаг масштабирования, перемещение объекта относительно других поверхностей, а также кнопка быстрого расположения объектов на поверхности ландшафта. Панели Helpers, позволяющих включать в окне просмотра сцены отображение вспомогательных объектов или информации, как, например, счетчик количества кадров, View Cube и иконки объектов, расположенных на сцене. После панели Helpers на панели инструментов располагаются кнопки компиляции шейдеров и кнопки, отвечающие за переключение воспроизведения частиц, физики, а также звуковых эффектов, расположенных в окне просмотра сцены. На самом верху редактора расположена панель меню, отвечающая за управление сценами, имеющимися объектами на сцене, создание новых объектов, открытие новых окон и инструментов, а также настройки рендеринга. Более подробную информацию можно узнать в документации.